Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя-легенды. Поехали, быстренько с тобой заберем награды, которые нам доступны здесь. И сразиться в боях, поднять уровень персонажа. Это все само собой разумеющееся. Так, тигриный коготь у нас прокачан. И мы с тобой шредеры. Кстати, а может быть нам вообще с тобой карайку прокачать, а? Сплинтера тоже надо, ладно, хорошо, уговорил. Пойдем, найдем на нашего шредера недостающие элементы. А их тут дофига. Тут много чего надо искать. Ладно, давай попробуем начать с ящиков, с инструментами. Нужно 10 штук. Один уже есть, второй, третий. Кстати, они очень хорошо находятся. 3, да? 4. Еще 6. 5. Сейчас найдем. 6, остается 4. Ай-яй-яй, вот здесь промашка была. 7 8 9. И последний ящик, 10-й, все, ребят, по красоте. Естественно, мы с тобой... Ух ты, а может быть нам прокачать лучше последний удар? Что скажешь? Нет, все-таки давай вот это вот. Начнем, как говорится, по порядочку, да? Ну, вроде бы мы с тобой здесь выполнили задание, давай заберем наградочки. Нам нужно с тобой поднять уровень персонажа. Это мы обязательно сделаем, но после того, как пройдем турнирную арену. Йоу, парсеты, а чё так низко-то упали мы с вами? Лига самураев, 3 звезды, нифига не приборзели. Кстати, секунду, пока мы с тобой не начали все это дело, давай-ка забежим в магазин. Зайдем с тобой в магазин. Так, здесь приобрести ничего не можем, но зато мы можем вот здесь вот. Ай, красота. Ребята, еще, короче, 3 ДНК на Микеланджело оригинал, и мы сможем его проапать. Это, считай, круто будет. Так, ну что же, турнирка так турнирка. Ребята, 32 отката. Уровни. Так, 14-18. Это по кубкам. Ну, давай, поехали. Ислам. Так уж и быть, начнем с него. Слушай, я думаю, что мы с тобой опять все равно, что как заново будем сейчас проходить. Да, на бусте. Ну, ты понял, да? Почему так? Смотри, 43 уровень, да? У нас с тобой начинается с 30-х. Соответственно, для уверенности я взял с собой Леонардо. Дойдем до полтинников и уже будем на равных. В общем, короче, как будто заново начинаем. Только мы начинали с 12-х уровней, да? 10-е, 12-е. А сейчас с 40-х. Ну, я думаю, особой роли от этого не поменялось. И сейчас попробуем с собой также бустануть. Я думаю, что у нас получится дойти до лиги, наверное, мастеров. Пускай даже одна звезда. Так что постараемся выкрутиться. Потом, естественно, пойдем с тобой проходить очередное испытание. И сегодня я хочу, знаешь, что сделать? Прокачать нашего Усаги до фулл левела, до 100-го. Я думаю, что у меня получится, если мы с тобой здесь будем зарабатывать достаточное количество мутагена. Ты помнишь, нужно 30 тысяч. С помощью Леонардо мы здесь с тобой пока сделаем небольшое преимущество, да? Нам нужно сделать отрыв. Ну, хотя бы сравнять уровни наших персонажей и уровни наших врагов. И для этого, ну что тут надо сказать тебе? Уже мы с тобой залетаем в Сёгуны. И давай смотреть, какие здесь будут противники. По каким уровням, по каким критериям. Смотрим. Во-первых, нужно нам найти... Ну вот смотри, Ветрь, например, да, он 47 уровня, причем, ну, золото есть, 47-49. Если мы сейчас с тобой глянем, кто у нас там в хвосте остался, а все равно не получается, да? Пока нет. Слушай, и нам, слушай, нам очень много нужно будет отыгрывать, хотя бы дойти до 55-х. Но ты не забывай, что мы будем с тобой продвигаться потихонечку, да? Соответственно, и противник будет повышаться по уровню. То есть я, когда дойду до полтинников, тут уже будет противник, наверное, 71-72 уровня. Не факт, но такое может быть. Ну, если такое и будет, все равно, ребята, мы с вами здесь на ареночке за счет Леонардо нашего дадим им всем шороху. Заработаем достаточное количество кубков, укрепим свои позиции, заработаем очень много мутагена. То есть одни плюсы в этом есть. Только плюсы, никаких минусов, ребята. И смотрим, как мы с вами быстренько... Да, смотри, 66-я позиция уже, это в Сёгуне. То есть два боя, мы уже будем в Сёгуне 2 звезды. Ну, я, конечно, честно говоря, не ожидал, что меня скинут аж до самураев.
Я все, конечно, понимаю, но до самураев упасть — это перебор. Ладно, только за счет Леонардо мы с тобой здесь будем выкручиваться. Усаги пока трогать не собираемся. Усаги у нас идет лишь когда у нас будут тут 70-е, 69-е уровни, да? То есть как бы два топчика, два имбовых персонажа будут рвать здесь всех. К тому же усаги получат, когда последнюю сотый уровень. Это будет просто по красоте. И будем уже определяться, кого качать нам в следующем. То есть ты понимаешь, да? У нас будут два топа, но этого недостаточно. Можно, в принципе, взять и прокачивать потихонечку 30-х уровней, потому что ты видел, у меня их много. Но полтинников, по-моему, все-таки у меня будет больше, в разы. Давай начнем 15-20. Так, Леонардо здесь, опять же, один в соло, я думаю, справится. Самое главное, что у нас очень много с тобой откатов. Плюс еще есть бакинские. У нас выбор, либо нам купить с тобой откаты, либо нам накопить на телепорты. Я думаю, что телепорты нам все-таки больше нужны. Потому что по откатам, а тем более, когда у нас будет с тобой, ну, очень много высокопрокачанных персонажей, да, мы будем уже даже без всяких там откатов справляться. А вот с телепортами немножко посложнее, потому что нам нужно выполнять задания, нам нужно прокачивать по скиллам, а для этого нужно очень много находить всяких элементов. И поэтому мы очень много с тобой юзаем. Юзаем именно телепорты. Так, ну что, друзья мои, все очень-очень идет хорошо. Мы уже с тобой дошли до 40-х уровней, а враг, как ты видишь, 55-54 имеет. То есть он, как я тебе и говорил, будет потихоньку-потихоньку меня опережать. Но мы с тобой здесь особо ничего не теряем, только лишь за один бой тратим один откат. Потому что Леонардо пока тут в соло, в принципе, все вытягивает, и никаких проблем нету. Для меня арена — это сейчас просто фарм идет. Потом надо будет пойти на испытание. На испытание у нас... Так, ага, мы уже в Лиге Сёгунов две звезды. На испытание у нас, кстати, что сегодня будет? Ты помнишь? Давай-ка освежим себе память. Испытание у нас... Городская война, свет в темноте, да? И кто же нам тут нужен? Только лишь Рокстеди, получается. Да, ради него пойдем. Можно, в принципе, до него дойти и все. Потому что персонажи мне здесь дадут... Хотя все, даже топчик. Тут тоже топовые персонажи. Мы его пройдем. Пройдем на одном дыхании, как и вот здесь. Блин, ну я вот хочу, ребята, здесь пофармить. Ай-яй-яй, ну ты посмотри, а. Это же топчик. Это же те самые герои, которые мне нужны. А вот здесь... Ну что, мы можем только вот до Рокстеди дойти, да? Ради одной карточки. Ради одной ДНК. Когда вот здесь можно было бы нафармить, извини меня, целую кучу. Блин, почему крип мне не нужен? Вот. Кожа головой, прикинь, 3 ДНК. Красота. Слушай, ребята, а вы напишите мне в комментариях, может быть, нам действительно с тобой не стоит идти вот на это испытание, да? Городская там война, свет в темноте, а просто фармить те уровни и те испытания, где нам действительно выгодно получать новых персонажей. Напиши-ка мне в комментах. А вот ты со мной согласишься. И тогда мы будем с тобой быстрее развиваться. Так, ну что, мы делаем с тобой здесь откат. Крис, подожди, ты пока здесь нам не нужен. Ох, сколько у меня тут героев. Сколько героев, и все пока слабенькие. 45 уровень. То есть мы приближаемся к нашим полтинничкам, которых у меня тоже очень много. Давай-ка вертушку. Слушай, ну он потянет. Он, по-моему, до 66 уровня вполне неплохо справляется. Дальше уже надо будет подключать кого-нибудь. То есть нам придется брать двух довольно сильных персонажей, и троих можно брать слабеньких. Ну, а в топе нам надо только лишь брать Усаги, Лео. Ну и можно любых брать персонажей к ним в пачку. Они уже там вырулят всю ситуацию, причем на изи. Так, Армагон, подожди, пока не лезь. Раз, два, три, четыре. Кстати, ребят, вчера... должна была выйти серия про всадники Олуха, да? Беззубики и тому подобное. Ну, понимаешь, серия не получилась, потому что вырубили свет. И такая штука у меня, ребят, на моем, как говорится, записывающем устройстве. Если ты сам не нажал стоп, да? И выключил питание или еще что-нибудь, запись автоматически, ну, удаляется, так скажем, да? Поэтому, если я сегодня буду делать серию, не удивляйтесь, что...
ну, немножко, как говорится, там приобрел каких-то драконов, да. Немножечко развился, хотя там не особо-то сильно раскачался. Даже не знаю, что случилось. В общем, друзья мои, вылетела у меня игра. Так что продолжаем с вами бомбить. Так, и здесь у нас, ну, в принципе, Линду. Линду можно взять. Надеюсь, больше никаких вылетов не будет. Вот, так что, друзья мои, сегодня выйдет у нас еще серия по дракончикам, да? Именно всадники Олуха. Так, ну что, команда моя боевых товарищей уже готова. Леонардо, естественно, будет сейчас отжигать по полной программе свои супервертушки, и все должны упасть, да? Точняк. Так, мы уже с тобой в лиге сёгунов 2 звезды. То есть там уже и до 3 звезд недалеко. А где 3 звезды, там и 2. Так, пройдем с тобой еще испытание сегодня. Через дня 3-4 мы, наверное, с тобой пойдем в смятение. Да, обязательно нужно будет пройти. Ну, ты понимаешь, для чего, да? Нам нужны с тобой ДНК на оригиналов, на классических черепашек. А именно там они очень хорошо фармятся. Так что, друзья мои, займемся обязательно этим делом. Так, кто-то мне писал, что есть игрушка, да, не черепашки, как-то называется Madness или что-то в этом роде. Ребят, я скачал, но я не знаю, понравится ли она вам. Это игруха, я могу, конечно, ее для наглядности снять, одну серийку. А уже, как говорится, вы будете говорить, стоит или не стоит. В общем, пишите в комментариях, хотите увидеть или нет. Так, и 34-я позиция у нас с тобой. 23 отката, 8 монет всего лишь. И почти 400. Не почти, ну, грубо говоря, 450 долларов. Так, здесь уровень что-то как-то очень медленно у нас здесь растет, ты заметил, да? Именно противников. Мы уже 54-56. В принципе, я уже практически добрался до своих полтинников, да? Начинаем их потихоньку уже реализовывать. Но одни, пока они не справятся. Если брать чисто полтинники против противника нашего, они не потянут, их задавят уровнем. Поэтому Леонардо здесь как бы необходим. Вот они вот так вот могут за себя постоять, добить там кого-то из-под тишка или еще что-нибудь. Да, это они умеют. Но чисто в сухую битву нет. Они будут фейлиться. А фейлы нам не нужны, потому что мы должны с тобой взять преимущество. Так, ну что, следующий бой выигрываем, и мы будем уже с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды. Да, именно так все и произойдет. Соответственно, деремся мы, да, получаем еще с тобой мутаген. Мутаген нам нужен. Сколько у меня было? По-моему, 20 тысяч. Нужно еще 10 тысяч мутагена набить. Естественно, мутагена больше получаешь, когда дерешься на высокой, как говорится, лиге, да, на высшей. Внизу там дают там по 200, по 100, по 150. Мутагены это ни о чем. На высоких уже дают уже посерьезнее, там где-то 300-400. Ну вот, 10 боев, думай сам, где-то 4000 мутагена можно набить. Ну и мы с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды, с чем я нас всех поздравляю, двигаемся дальше. Так, уровень уже сразу же, как ты видишь, подрос. Да, то есть я 60-й уровень уже начиная противников иметь, да? А своих только лишь до сих пор полтинники. Очень много их. Ну просто куча. Даже больше, чем, по-моему, 30-х. Надо же с этим как-то разгребаться. Лучше пускай они будут 70-60 уровня, да? А чем полтинники. Ну понимаешь, я их не могу дальше прокачать из-за того, что нет у меня мутагена. Точнее, даже не мутагена, а там нужны ДНК. То есть мало того, что мутаген... Ну тихо! Неужели? Ать! Крип! Пустоголовая ты башка, а? Ну вот как он, ребят, ну он меня подставил сейчас. Он сфейлился, он упал. Ватник, фу, позор ему. Господи, даже мутагеноид выжил, ё-моё. Жесть какая-то, а? Да, друзья мои. Ну, как ты понимаешь, уже противник имеет 65-64 уровень. Соответственно, здесь уже нужно брать помощь. То есть берем с тобой трех слабых и одного, как я тебе говорил, сильного. Тем более здесь Микеланджело, который, естественно, будет либо пляски свои давать, либо делать массовую атаку. Сейчас мы с тобой проверим, что он будет тут. Хотя вряд ли он что-то успеет сделать. Да? Опа. Завалим.
Тихо. Плевочек попробуем. Угу. А так если? Нормально. Ну видишь, уже все равно, друзья мои, очень большой риск. Несмотря на то, что вроде бы как бы два персонажа, да, но Карайка именно, когда бросила свои кунаи. Ты видел, что там было повреждение офигенное? Конечно же нет. Я ничего такого не увидел. 61 ранг. 61 ранг, и нужно нам с тобой что? Винцензо. Не, Ростислава возьму, да? 59 уровень. Так, морзильная кошка, Мимонда Гека. Не-не-не-не-не. Давай-ка что-нибудь посерьезнее. Например, вот, Шархана возьмем. 70 уровня, в принципе, со своей массовой атакой на выстрел из пушки с понижением брони. Да, он должен здесь делать отличные вещи. Да, я думаю, и Леонардо здесь сам справится. Ну-ка. Ага, вот, вот и нужна подстраховка в таких случаях. Тут уже все замечательно. Ну что, дойдем сегодня мы до мастера или нет? Да по идее должны. Все у нас для этого есть. Откаты есть, бойцы есть, терпение, как говорится, тоже есть. Ну и желание тоже, конечно же, есть. Тем более мы уже с тобой на 43-й позиции. Как минимум еще 3 боя нужно сделать. И это все дело можно просчитать, кстати. Вот, возьмем, наверное, мы с тобой Тоби. А ну-ка. Ну да, в принципе, хватает, ребят, нам бойцов. Естественно, нужно будет брать кого-то посерьезнее, как я тебе уже говорил, для перестраховки. И здесь вот противный самый, это вот, ты понимаешь, да? Бакстер Стокман. По нему еще и пониженная атака идет. Но нам хватило, чтобы его завалить. Шреддер, сделай-ка свою суператаку. Нармуль. Кстати, неплохо он прижучил. Кто-то говорил, что возьми Рэй классического Шреддера, он лучше. Ребят, ну, он может быть и лучше, но он у меня не прокачанный. Как ты понимаешь, этот Шреддер все-таки в платиновом ранге. А тот, тому еще далеко до платины. К тому же он очень плохо фармится. Так, что нам взять? Давида? Нет, лучше возьмем Эдварда. Эдварда Нортона. Так, скажем, Крис Брэдфорд так и рвется в бой, да? Ну, вот тут уже все, ребят. Тут уже, смотри, практически на равных играем, но все равно недостаточно. А давай-ка я возьму сюда Железноголову. Хотя лучше бы взять Донателло. Мне кажется, он все-таки пошустрее будет по инициативе. Тыдыч. Так, добьет, интересно, паукус или нет? Красавчик. То есть можно было даже и не брать Железноголову. Ну, видишь, опять же, ну кто знает. Я вот сколько раз играю, ребята. Думаю, а, не будем брать, справимся. Бац, и не получилось. Когда наоборот берешь, все получается. Как-то вот странно немножко здесь, да, по алгоритму. Так, и теперь, ну давай возьмем Михаила или Майкла Митчелла. Так, Змея Карай у нас с тобой здесь есть. Сплинтер, Змейка Вью. Ну все, все, ребят, мы вот только сейчас... Не то, что даже сравнялись, а уже переплюнули нашего оппонента в плане уровня. Давай вертуху сделаем. Так, бомбим. Давай здесь, наверное, сделаем. Да в плане, ты что делаешь, эй? Леонардо опасен, его нельзя оставлять, потому что я знаю, у него этот прыжок сверху вниз мечом. Несмотря на то, что он маленький, он может так прописать, что мало не покажется. Убить, конечно, не убьет, но... А, хотя если кританет, он может и убить. Да, ну, нанесет урон он, конечно, хороший. Ну что же, я, ребят, нас поздравляю с Лигой Мастеров. Одна звезда, мы с тобой двигаемся дальше. 64-й, Дима? Ну давай Димку возьмем. Давай, подожди-ка, может быть мы сами уже тут будем справляться? Нам не нужен Леонардо? Да, получается, два последних боя у нас с тобой здесь намечается. 65-й, 66-й уровень противника. Да распишем, как пить дать. Смотри, бросаем бомбочку. Это раз, да? Дальше. Сейчас Армагоша бросит свой валунчик. Донни выжил. Это ненадолго. Вот и все. Ребят, ну а вот здесь вот на следующем последнем бою нам придется с тобой кого-то брать, чтобы была команда фуловая. Потому что не хватит нам сколько там, двух или трех персонажей. Опа, 64-й. То есть до полтинника мы должны добраться, да?
До 50 уровня. Так, Рид. Да, здесь не только Лео надо откатывать. Здесь возьмем. Подожди, нет. Зека. Вот, все, фул команда. Без проблем. Бросаем бомбочку, хотя нет. А кто сильнее, Усаги или... Сейчас глянем. Вообще майки всех приплюнул. А я думаю, кто быстрее будет ходить, Усаги или Зек? Короче, вначале, конечно же, майки. Потом идет Усаги. А потом уже Зек. Так получается? Да, после него уже, конечно же, Лео. Да, вот такая вот, ребята, у нас шкала инициативы. Ну что, мы прошли с тобой арену сегодня. Ну, докуда смогли, это наш максимум. Потому что больше персонажей нету, а за откаты их восстанавливает не особо охота. Тем более, и так у нас осталось всего лишь 13 их. Ровно 50 место. Отлично. Так, зайдем с тобой. Куда я с тобой зайду? Ну, здесь нам делать нечего. А что по жетонам? Мало очень их. Мутаген я, по-моему, весь набил. Да. Опачки, друзья мои, 35 тысяч, почти 36 мутагена. И мы делаем с тобой жирную точку. Вот так вот. Ну что же, максимальный уровень у Саги. Ребята, пишите в комментах, кого дальше будем прокачивать. Можно Рафаэля, можно Майки, можно, кстати, Бакстера Стокмана. Или же все-таки кого-нибудь из наших слабеньких. Шредер, кстати, сколько нужно? Чуть-чуть не хватает, да, чтобы сделать ему 60 уровень. Забираем здесь награды и идем, конечно же, на испытание. А испытание у нас с тобой — городская война, свет в темноте. Поехали. Берем Усаги, берем Донателло. Ну и ты сам понимаешь, мы с тобой такими-то бойцами. Ох, как далеко уйдем. Считай, вся имба. Только чего стоит Леонардо вместе с Усаги? Они же будут рвать здесь любого. Слушай, я, наверное, знаешь что? Может быть... Нет, не будем ничего вырезать. Пускай как есть, так есть. Если вам надо будет, вы можете спокойненько переместить ползунок на нужный вам момент, и все. А я буду так, как оно есть. Так, сегодня, не знаю, ребята, может быть, на втором каналчике очередную серию сделаем по Мстителям. Хотелось бы, да? Надо где-нибудь там по полтора, по два часа делать, чтобы как можно быстрее ее пройти. Ну, игруха мне понравилась, серьезно тебе говорю. Хотел сегодня еще Strike Force от Marvel сделать. Но на самом деле уже не успеваю. Слишком много времени на это все требуется. Как бы еще надо своими делами заниматься. Только же играть. Хотя хотелось бы. Кстати, в Strike Force от Marvel, да, ребят, вчера буквально нового персонажа включили в игру. Это Доктор Осьминог. Все помнят, да? По серии Спайдермена. Вот вчера этого персонажа ввели в игру. Я сделал только один бой, где мне дали 15 карточек, потому что на дальнейшие боя у меня не хватает определенных, ребята, условий. Там нужны будут персонажи с 6 уровня снаряжения, не помню какого класса. В общем, этого у меня всего нету. Но зато дали попробовать за него поиграть. И я тебе скажу, ну так себе. Есть массовая атака. Что-то, ну там много чего прикольного у него есть. Ну, как по мне, я особого что-то не увидел такого сильного в нем противника, точнее даже врага. Не знаю, может быть, плохо разобрался. Дальше будет как-то оно получше. Надо будет поюзать, поиграть еще. Потом уже делать какие-то определенные выводы. Ну вот то, что мне дали, как бы, да, первый там бой. Там же расписывают его все удары, что он там делает, для чего, куда. Не особо хорошо зашел. Так, ладно, мы отвлеклись. Что у нас тут с тобой происходит? Ну, происходит все как обычно. Мы разбираем противников. 30 уровень. Блин, ну прикольно. Вот мне нравится, что у нас с тобой теперь два героя 100 уровня. Это Леонардо и Усаги. Хотелось бы, конечно, еще Майки прокачать. Да, и Донателло, и Рафаэля. И вообще было бы круто. И вместе к ним еще Сплинтера. Чтобы вот эта вся основа, весь этот косяк был у нас 100 уровня. Но это очень много времени потребуется. Хотя вот я тебе скажу, я взялся за Усаги плотненько, да?
Ну и как-то довольно быстро у меня получилось его раскачать. За неделю вроде бы я его, да? С 90-го или с какого? Да, с 90-го уровня до соточки поднял. Могу, конечно, ошибаться. Применьшать, так сказать. Но все равно быстро. Я Леонардо намного дольше качал. До соточки. Так. Ну, пока справляемся. 40-й уровень, как говорится, для нас здесь не в указ. 50-й тоже самое, да? И хорошо, что пока 3 волны. Сегодня, может быть, ребята, Angry Birds поиграем. Не знаю, правда, какой. Либо Epic. Либо во вторую часть. Вчера мы уже с вами поиграли в Soul Knight, да? Не получилось у меня сыграть нормально за ассасина. Точнее, ну да, за ассасина. Не понял я его спецатаку. Точнее, спецбег. Что он нам дает? За хила, за жреца все-таки мне как-то больше понравилось. Но опять же, надо было так свалиться, да, на последнем боссе. Нелепо. Чуть-чуть не хватило, а? Совсем капельку, чтобы его пробить. Ну да ничего, мы отомстим. Самое главное разобраться хорошенько в пушках, которые тебе дают, да? Какие нам нужны, какие не нужны. А там уже все пойдет у нас, как по маслицу. Так, давай-ка бомбить. Отлично. Ну, тут сосунки, ребята. Ну, правда, волн уже, как ты видишь, у нас 4. А в конце, по-моему, даже все 5 будет. Жалко, здесь нету такой функции пропустить бой, да? Просто нажимаешь, они как бы автоматически разыгрывают, и просто тебе уже награда выпадает. Здесь такого, к сожалению, нету. Приходится вот так вот проходить все от начала и до конца. Так, забомбили. Чпок, и готово. Так, не выделывайся, клан футовец. Причем Донателло, кстати, может тоже отхиливаться. Такая же функция есть и у Леонардо. Ну, это пассивка, я так понимаю. Ну что же, двигаемся с тобой далее на очередной бой. Так, где там у нас... Вот, ребят, наконец-то мы добрались с вами до того самого Рокстеди, который мне нужен. А он вообще мне нужен, кстати, я говорю, что он мне нужен, а я даже не помню. Я уже запутался в этих персонажей. Кстати, 60-й уровень здесь уже. То есть, сам понимаешь, да, еще чуть-чуть и будет топчик. Волны пока 4 до сих пор. Недавно заходил, друзья мои, в Hustle Castle. Что-то с... ностальгия такая упала. Чего там не наворотили только, а? Сейчас там идет ивент новый, но... Понимаешь, я туда зашел, получил награды и все там подобное. Но там столько времени нужно ждать до прокачки следующего уровня. Там опять же нужно в этой игре жить. Если я туда, предположим, даже вернусь, у меня ничего не будет, кроме этой игры. Она очень много времени отнимает. А тем более я там ватник. Очень много чего пропустил. Очень много чего уже, как говорится, не смогу понять. Пока ты там допетришь, тебя будут колбасить постоянно. Так, что он там? Да, Майки делает супер атаку. Молодец, смотри-ка, забомбил. Слушай, не знаю, мне как-то хочется Рафаэля почему-то и Микеланджело прокачать до 100 уровня. Ну как-то вот не смотрятся они, да? И, кстати, Донни тоже. Ну Донни хотя бы до 90-го поднять бы. Ну, Донни сам по себе слабый. Вот именно атака мне не нравится у него. Поэтому как бы смысл прокачивать. Это все равно, что змею карай прокачивать, да? Тоже у нее как-то вот она... Вроде персонаж хороший, да? А по атаке вообще ни о чем. Ну что, друзья мои, давайте уже тогда добьем с вами, да? Добьем это испытание полностью. А уже на следующие дни, на следующих сериях будем заниматься фармом. Но опять же, чтобы заниматься фармом, нужны телепорты. Телепортов, как ты понимаешь, у меня мало. Если копить... Ну, как вариант, можно подкопить. Сколько там нужно? 1500, чтобы взять 250, да, телепортов, по-моему, так... Но опять же, если брать, то не стоит их тратить на всякую ерунду, как я обычно. Целая куча этих телепортов, и я начинаю там рулетки крутить, еще что-нибудь. Да. Недавно также заходил в Idol Герои, ребята. Тоже там очень много чего изменилось. Очень много, как говорится, переделок они сделали. Но... С моим опытом этой игры, конечно, это жесть. Кстати, хотел зайти, тут вы просили, там, сыграй пару серий в этот Marvel Битва Чемпионов. Ребят, я не могу зайти.
То есть мне пишет, подключение отсутствует. Ну, на самом деле, это все фигня. Подключение есть к интернету. Ну, вот почему-то именно по этой проблеме не заходит. Я уже и обновлял, я уже и удалял игру и заново ее ставил. Нифига, не могу зайти. Так что, как бы, не знаю, ребят. Если эта ошибка не исправится, то зайти я туда не смогу. Также до сих пор эта ошибка находится на Shadow Fight 3. Три эмулятора у меня есть, на каждом она стоит, и на каждом зайти не могу. В чем беда, я не знаю, может быть, винду надо переустанавливать уже, фиг его знает. Некоторые игры, да, действительно, вот устанавливаешь себе на эмулятор. На телефоне они идут, на эмуляторе нифига. Не знаю, в чем проблема, надо разбираться. Но опять же, время нужно для этого всего. Так, у нас, а, уже 5 волн, кстати, уровень-то уже 75-й. Ну, мне почему-то вот так нравится больше, да, с вами разговаривать. Игра идет, сам по себе, тем более на автобое у нас. Так что, если не сейчас общаться, то когда еще? Верно? А многие там пишут в комментариях: Рэй, ты типа читаешь комменты? Ребят, конечно, читаем. Может быть, не на каждый отвечаем, практически не отвечаю, да? Если только по делу. Там про лайки, ребята, лайки, дизлайки и подписчики, это все дело отключено. Я не знаю, зачем оно вам нужно, ребят. Неужели оно вас так интересует очень сильно? Что я тебе могу сказать про подписчиков? Не очень много, ребята, у меня подписчиков. А лайки и дизлайки тоже как-то отключил. Я, правда, не помню, как включать. Но я думаю, что нет смысла в них. Может быть, для вас это какой-то роль играет. Если тебе понравилась игра, ты ставишь лайк, он там, мне он отмечается. Может быть, вам не видно, а для меня видно все, ребята. Ну что же, мы двигаемся с вами далее. Мы двигаемся с вами далее. И последний у нас с тобой бой. Здесь 85 уровень. Я думаю, что мы порвем их просто всех. Причем в сухую. Поехали. Будем. Хотя вот я боюсь немножко за Донателло, а он 80 уровня все-таки. Хотя я думаю, он все равно справится. У нас два хиллера здесь есть. Видишь, что они делают? Они сразу начинают атаковать именно самого слабого в команде. Но у нас, слава богу, две атаки есть, да, на Майке. Опа! Смотри-ка, блокировочку. Тихо, я же сейчас не смогу, ребята, хильнуть. Зато смогу вот так сделать. Ать, по красоте. Успел защитку поставить себе. У Донателло очень хорошая защита, так что нормуль. Двигаемся дальше. Это у нас вторая волна. И опять эти самураи, да? Брутальные механические дроны. На тебе. Следующего. Ага, вторую атаку делай. Молодец. Уклоняшку нам не надо здесь юзать абсолютно. Так, давай-ка, наверное, вот этого зачикаем. Вторая атака будет? Будет. Добил. А, вот так сделаем лучше. Минус. Так, добьешь? Ай, красавчик, Лео. Ну что, двигаемся с тобой далее. Здесь Рокзар, Муха и Саблезуб. Я думаю, что здесь, наверное, вот так нам сделать. Хотя Муха будет сейчас, наверное, хилять. Если мы ее, конечно, сейчас не успеем. Ага. Не успеем. Хотя кто сказал? Все у нас будет четенько. Ну, Рокзар, это само собой в провокацию встает. Опа. Ничего себе. Вот это он накатил. А если я? Что ты на это скажешь, парень? А? Один на один. Надо было ему бейсбольной бомбочкой в репу кинуть. Это четвертая волна. Ну что, массовые атаки. Вначале, наверное, поставим уклонение, чтобы нас тут не пробили с тобой, да? Теперь сделаем супер бросок. У меня такое ощущение, что у Санги, ты посмотри на его глаза, они вроде бы как красные от злости. Мне ведь не кажется это. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, немножко рук, кстати, подбомбим. Интересно, постепенно урон убьет вот этого бибопа или нет? Скорее всего, нет. Потому что Шархан, как ты видишь, выжил. Ага, видишь, все отлично, ребята. Все красиво, наверное, нам надо будет хильнуться с тобой. Чпок. Так, и последняя волна. Оу, ё-моё, я только сейчас вспомнил, что здесь супер шреддер. На тебе. Так, тут лучше хиляться. И тут желательно бы уклонение, а у нас пока есть. Было.
Так, активируем суперзлость. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо, Донни. Конечно же, он будет бомбить Донни, самого слабого. Уклоняшка, там уклоняшка есть, но он почему-то, ребят, все равно попал по нему. Ну-ка, пробивным, наверное, ушатаем. В плане. Эй, да отцепись ты! Смотри, что творит. А, он еще и броню поставил себе. Дай-ка я на всякий случай возьму провокацию здесь. Хотя у него есть массовая атака, не стоит об этом забывать. Хильнемся. Вот так. Ну и теперь добиваем его. А, вот у него что было. Свои когти откинул, как говорится, и его забрали обратно, ребята, в преисподнюю. Все. Отличная была игра. Мне нравится. Мне нравится, и Шреддер у нас с тобой выпадает. Так, у нас есть немножко даже сыра осталось. Ну, здесь я не хочу никого фармить. Вот здесь хочу. Две попыточки будет. Поехали. Жетоны. Да ну. Трындец, ребята. Две попытки и все, как говорится, мимо кассы. Ну, ничего не поделаешь, да? Можно закругляться, в принципе, спокойненько и идти отдыхать. Так что, дорогие друзья, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.